Девушки-герои Великой Отечественной войны. Кто они? Нет такого рода и вида войск, с которым бы не воевали женщины. И на суше, и на море, и в воздухе, везде можно было найти девушек, взявших в руки оружие для защиты своей родины. Эта выставка сегодня дала старт, и она будет у нас передвигаться по разным уголкам Одинцовского городского округа и знакомить с такими прекрасными девушками-героями Советского Союза, которые защищали мир от фашизма. В рамках проекта главы Одинцовского округа «Салют Победы» администрация округа стартовала интерактивная выставка «Девушки-герои». Лидия Литвяк, герой Советского Союза, летчик-истребитель, командир авиационного звена, младший лейтенант, в возрасте неполных 22 лет погибла в бою. Александра Самусенко, советский офицер связи, единственная женщина-танкист в 1-й гвардейской танковой армии. Роза Шанина, советский одиночный снайпер, кавалер Ордена Славы, одна из первых женщин-снайперов, удостоенных этой награды. Что мы узнали о их жизни, о их патриотизме, который они совершали. Ну, мы стараемся тоже быть такими. Девушки-герои глазами художника-иллюстратора Андрея Тарусова. Работы художника выполнены в стиле пин-ап. Данный стиль придает современность и неповторимость советской женщины того времени. Сегодня прошла уникальная выставка. Мы видим очень красивую выставку, посвященную 70-летию Победы женщин-герой Советского Союза. Мы узнали очень много интересного, и самое главное, представителем были наши уважаемые жители. Это ветераны труда, это дети войны, это действующие участники Великой Отечественной войны, блокадники, поэтому это очень интересно. В 2016 году художник подарил школьникам округа копии своих картин. Историко-патриотический клуб «Генерал» активно использует эти рисунки в своей работе. В этом году, благодаря помощи Одинцовского молодежного центра, выставка обрела свое цифровое продолжение. Сканируем QR-код и получаем доступ не только к изображению девушек-героев, но и истории их подвигов. Мы двигаемся к тому, чтобы у ребят была возможность защищать память о подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны, разными способами. То есть не только 9 мая я пришел, не только бессмертный полк я взял портрет, а еще, если меня спрашивают, что ты делаешь в течение года, вот я как волонтер поучаствовал в этом, в этом, в этом, в этом. То есть, по большому счету, мы движемся к какому-то особому типу волонтерского движения, которое нацелено на то, чтобы защитить память о подвиге. Организаторы выставки подчеркивают, это только начало. В планах развивать это направление. Скоро появится возможность при помощи телефона воспользоваться аудиогидом и посмотреть видео с выступлением юных экскурсоводов Одинцовского округа. Евгения Галяева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».